тему возраста и скажу, что, если меня кто не видел, что я пишу обычно стишок, у которого есть имя, фамилия и отчество. Потому что все, что со мной случалось в жизни, это какие-то люди. И это реальные люди. И была у меня такая названная сестра, которая когда-то уехала в Израиль. И поскольку она не любит социальные сети, я ее видел ее 15 лет, вообще ничего про нее не знал. И в прошлом году вот она случайно нашлась. И, соответственно, появился вот... Это, разумеется, очень впечатлило, и появился такой стишок. С тех пор, как в 96-м ты с мужем уехала за бугор, я однажды был в вашей Одессе и даже как-то нашел твой двор. Дверь из кухни прямо в проход, подарку, теперь охраняет чувак с дубьем. В квартире офис, конечно. Это же Пушкинская, так что как еще? Постоял с ним, он из-под Кишинева, в городе где-то с 2007-го, внутрь не пустил, хотя и рвался, потом лез драться. Но менты у вас теперь не трогают иностранцев, так что дошел до моря и лег мордой в небо. Башке долдонил, как ты? Где ты? С тех пор, как от тебя уезжая, я прыгнул с плацкартной, зачуханный паровоз. Здесь мало что изменилось, хотя везде ремонты и закрыли привоз. На лысине основателя эсперанто все так же сушатся простыни. И как же мне тебя не хватает? Как же мне тебя не хватает, Господи! У меня в полный рост что-то средний возраст, просыпаться незачем. Заснуть непросто. Ты знаешь, у меня для всего есть фига в кармане. Была и для памяти. Видать, украли. Ведь важно не сколько прожил, а сколько их пережил. Потому-то старший всегда бережный. Вот и я стал улыбаться, что если зовешь кого-то, круто, когда он может ответить голосом. И хотя тут ключевое слово «еще», отец еще гоняет футбол. Да и дед еще жив. Я вижу впереди себя их спины на эскалаторе, который точно уже едет вниз. И я не знаю... Что там для них? Для отца должно быть кружка воды, без которой он бы так и остался в пустыне, спиной к колесу заглохшей шишиги. Для деда бюст Сталина, из пуль, что пролетели мимо, и Черное море, большей частью из слез любимых. Нет, я уже не кричу ночами, почти не скучаю и не серчаю. Кстати, о сердце, оно мне теперь синкопирует слегка от крепкого чая. Если носом мне в шею жена засыпает рядом, или сынишка, схватив за палец. Если врубаюсь, что его кроватка когда-то будет стоять пустая. И если вижу тебя по скайпу и понимаю, что никогда уже не будет тебе 30, а мне 20. И вот я лысый, сижу и не могу разрыдаться от тех полжизни, что мы не видались. Гештальт, сука, не завершается. Я старше, чем ты тогда. И, пожалуйста, не возвращайся.